place in Gomel where one can buy different species of fish. Да добавите уже. Бог любит троицу. Это Амур. Подожди, Амур. Я не знаю, куда люди. Это тоже Амур. О, нормально, нема ничего. Можно брать. А вы что проверяете? Взятки? Сейчас проверить, брать, не брать. Да. Так, я повешу, я оставлю. Сейчас вам схожу. Пожалуйста. 19 рублей. Я положу. Не, я не проверяю. Я положу. Видео снимаю. Хорошо. А, видео снимаю? Да. I want to buy three red snappers today. There are many fish outlets here. Видео. Показывай, какую рыбку можно купить у нас. There are not many fish outlets open today on the 7th of January. Only half of them. Здрасте. Показываю, какую рыбку у нас можно купить. Сегодня, смотри, мало у нас открыто. Открыто мало. Ролетов мало открыто, да, сегодня? А как окунек? Свежий? Как окунек? Что скажете? Ближайший. Ну, давайте мне три штучки. Три штучки. Три штучки. Куплю три штучки. Это покупатель мой. Фотографируйте. А это я показываю, какую рыбу можно у нас купить в Гомеле. Вот красивую. Конечно, конечно. И много видов тут и всего, да. Так, давайте я карточкой, плачу. Да. Карточкой плачу, вот так вот, да. Все.
Если можно, положить еще в этот мешок. Так. Ну, чтобы не запачкать. Да. А в какую стену нет? 15 прям. Вот, и вот в этот потом еще. Вот. И в этот. О, спасибо. Спасибо. До свидания. I just bought two red snappers.